петербургским предпринимателям помогут в создании и развитии собственного дела. В центре импортозамещения и локализации заработал первый промышленный акселератор «Вверх». Новый проект – это площадка, где начинающие бизнесмены теперь могут получить консультации о действующих программах государственной поддержки, а также помощь в подготовке документов для участия в тендерах. Кроме того, эксперты, среди которых представители власти и крупные промышленные игроки, обещают новичкам не только теоретические семинары на тему бизнес-успеха или сверхскоростного стартапа, но и реальную практическую помощь. Мы ведь все знаем, что. Мы все читали Траута, мы все читали Котлера, мы все понимаем о том, что. А вот как? Как попасть к правильному человеку, как написать письмо, которое в соответствующей инстанции правильно пройдет и получит необходимые решения и будет расписано на того человека, который в результате поможет реализации этого проекта. Поддержку получат только полезные для города и региона в целом проекты. Каждый бизнесмен должен будет представить свою идею экспертному жюри. Пул промышленного акселератора будет собираться примерно раз в месяц. В первый день работы на рассмотрение от петербургских предпринимателей было подано около 30 заявок.